Если у вас подобное рабочее место, то вам знакомы периодические боли в спине и усталость. Для того, чтобы позвоночник был здоров, а мышцы спины крепкими, необходимо периодически расслабляться и давать физические нагрузки. Для этого каждый час встаем с рабочего места и разминаемся. Сводим лопатки назад. Почувствуйте мышцы спины. Наклоняем голову вперед, тянем мышцы шеи. Наклоны вправо-влево. Тянем боковые мышцы. Почувствуйте их. Ну и наклоны вперед к полу. После такой разминки можно еще часок поработать. Крепкие мышцы спины заставляют позвоночник дольше находиться в ровном прямом положении. А если вы изменили свою жизнь к лучшему с помощью эргономичной мебели, то тренировать мышцы спины можно прямо на рабочем месте. А эргономичное кресло вам в этом поможет. Тренируем боковые мышцы спины. Вытягиваем позвоночник и мышцы шеи. И продолжаем работать без вреда для здоровья.